Мы во Френч-Лик, это очередной городок Южной Индианы, на железнодорожной станции, и мы едем в очень опасное двухчасовое путешествие. Я вам ничего открывать не буду, тайну. Вот. Единственную тайну открою, что все, нас ждет большой сюрприз и большое приключение. Мы едем не на этом паровозе, это стоит на станции, а вот на том дизеле. Ретро-поезд. Вернемся мы живыми, я не уверен. Помой. Как ты? Помой. Рискуешь? Да. Не боишься? Ну, что делать? Ах, ты какой храбрый. Вот, а на горизонте вот этот знаменитый отель Баден-Баден. Каждый номер в этом отеле стоит $200-300 минимум. Ну вот и случилось то самое страшное, что мы не то чтобы мы знали, но оно должно было быть. А выйдем мы отсюда живыми или нет, непонятно. Золотом несут. Thank you.
Вот то, что мы здесь едем, вот эта вся инсценировка великого ограбления поезда, на самом деле она имеет под собой реальную основу. Вот. И настоящее великое ограбление поезда в Америке произошло именно в этих краях. Отсюда минут миль, наверное, 10-15, городишко Сеймур есть. Вот это на станции Сеймур местные братья-разбойники первыми открыли, но сделали ноу-хау – грабить поезда. В принципе, это, конечно, чисто английское изобретение. Первое, которое сделали, первое ограбление великого поезда, было это по-настоящему это в Америке. Но благодаря фильму одноименному «Великое ограбление поезда» оно вошло как чисто американское. То есть мы находимся в историческом месте, на том самом месте, практически то самое место, которое произошло то ограбление. А потом пошло и поехало.